Параллельные между собой прямые, параллельные, это понятно. Прямые, параллельные, третьи. Прямые, перпендикулярные, третьи, параллельные. Это всем понятно? Да. Это мы только что объяснили, да? Если у нас есть две прямые, образующие один и тот же угол, ну, в частности, прямой угол, то они параллельны. Отлично. Дан четырехугольник, в котором угол АСБ равен углу САД. Докажите, что этот четырехугольник трапеция или параллелограмм. Так, тут дольше рисовать чертеж, чем решать. Значит, итак, условия задачи. АСБ. Что такое АСБ? Что такое САД? Вот. Итак, если есть четырехугольник, в котором у нас вот эти вот два угла равны, пожалуйста, объясните, почему это трапеция или параллелограмм. Две противоположные стороны. BC параллельно AD и все. Молодец. А почему BC параллельно AD? В наших терминах надо просто продлить по теории, которую мы показали. Да, да. В наших терминах надо сказать, что вот эти углы как называются? Вертикальные. Вертикальные. И вот эта прямая АС составляет одинаковый угол с прямыми BC и AD. Согласны? Согласны. Надо просто запомнить. Как только вот такие углы равны, так прямые параллельны. Очень хорошо. 128-я задача. Два соседних угла четырехугольника в сумме составляют 180 градусов. Докажите, что это трапеция или параллелограмм. Продлеваем. Ну, давай все-таки докажем. Хорошо, Коля? Продлеваем АВ. Коля, представим себе, что вот здесь вот угол альфа, а здесь угол 180 минус альфа. Ой, нет, нехорошо. Видно, что на глаз видно, что это не 180 минус альфа. Здесь у меня скорее вот так. Я рисовал четырехугольник, вот эти скорее параллельны. Итак, если здесь альфа, а здесь 180 минус альфа, пожалуйста, объясните, почему вот эти две прямые параллельны. Продлеваем, и там из-за того, что там прямая, получаем альфа. Здесь получаем альфа, и значит, вот эти две прямые, что они составляют один и тот же угол встретить. Так, я не слишком быстро? Успеваете понять? Да. Так, ребята, опять, какими бы простыми вам эти картинки ни казались, очень прошу, нарисуйте. Не так важно красиво, важно, чтобы вы успели нарисовать и, что называется, секундочку на эту тему подумать. Это совсем просто, но это полезно. Если два соседних угла четырехугольника в сумме дают 180 градусов, то соответствующие две стороны параллельны друг другу.